Остров Франго – это остров на юге Швеции, рядом с большим городом Гетеборгом. Его население всего 350 человек. Здесь не закрывают входные двери, не пристегивают велосипеды. Здесь есть маленький магазинчик, причал. В ноябре температура воздуха около 7-10 градусов, но из-за очень сильного ветра, иногда даже до 80 метров в секунду, конечно же, ощущается намного холоднее. Остров похож на одну большую иллюстрацию из книжки. Все очень лаконичное, минималистичное, милое. Даже эти овечки, посмотрите на них просто. А вот же он стоит. На островах запрещены автомобили. Чтобы доставить свой личный транспорт на пароме до острова, нужно заплатить немалую сумму денег. Поэтому весь остров оснащен маленькими машинками-тележками. Конечно же, и местные жители, и туристы используют паром, чтобы добраться от города и обратно. Скорая помощь прилетает на вертолете или приплывает на пароме, выезжает из парома и направляется к больному. На пароме дорога до Гетеборга занимает около 20 минут с прекрасными видами на большой скорости, так что ты не успеваешь соскучиться и уже в городе. Что, конечно, очень приятно, в течение всей осени и даже зимой сохраняется большое количество солнца и даже где-то зеленая трава. Такая вот красота у нас вечером. Особенности островной жизни – это потрясающе красивые рассветы и закаты. Темнеет здесь очень рано, но это свойственно для времени года осень, так что в 4 часа вечера уже закат. И я стараюсь примерно в это время выходить погулять, потому что после заката по темноте очень тяжело ориентироваться новичку на острове, так как все домики довольно одинаковые. Белые, с красной крышей и обязательно желтой гирляндой в преддверии Рождества. Здесь так красиво. У меня ощущение, что я на краю света.
Да, я хочу делиться постоянно тем, что я вижу. Это моя жизнь. Да, это моя жизнь. Заметила, что доски на пристани подстроены под камни, которые лежат. Это очень интересно, потому что можно было убрать камни и просто построить пристань из досок. А можно вырезать разные длины доски.